В Краснокутском районе продолжается расследование дела о банде вымогателей. По версии следствия, с середины 2013 по май 2014 года на территории района действовал ОПГ, в который входили 5 человек. Предлоги для вымогательства денежных средств у жителей были надуманными. Сумма варьировалась от 30 до 250 тысяч рублей. Деньги вымогались как у бизнесменов, так и у обычных людей, даже у безработных. Участники преступной группировки угрожали расправой всем, кто попытается обратиться в полицию. И запуганные люди продолжали исправно платить вымогателям. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий 4 участника данной группы задержаны, один объявлен в розыск. Установлено несколько эпизодов преступной деятельности данной группы. В настоящее время возбуждены уголовные дела, проводится расследование.